Всем привет, с вами Влад, Настя, сегодня... Настя! Да, сегодня... Меня зовут Настя? Да, сегодня мы, короче, идем на площадку играть в стаканялки с нашими подругами, да? Ага. Мне кажется, что это Макс. Из тайной жизни ваших животных. Там тайная собачка бежит. Тайная жизнь, да, наша. Всем привет, с вами Настя. И мы идем. Смотрите ко мне в рот. Теперь Настя почему-то идет домой. Она второй раз упала, это было смешно. А почему Владика не показывают? Скажите Влада. Влада. Всем привет. Настя, короче, идет домой. И, может быть, еще встретятся какие-нибудь привычки у Насти. Падать или там что-нибудь. Как всегда. Ну, короче, ты уже добавляешь. Итак, мы... Смотри, какая. Какая у меня попа. Домой. Ну, а сейчас уже 8. Ты с 5 утра гуляешь? Да. Я с 5 утра гуляю. Настя, спой песенку. Сучка. Отдай. Мы идем по тропинке, идем, и сейчас врежемся в лужу. Окей! Опля! Я же говорил. Ну ладно. И мы идем. Ну и ладно. Всем удачи, Влад. Всем удачи, всем пока.